Половину своей жизни я прожил при Советском Союзе. И вот в те времена нас активно пичкали всевозможными мифами про Западную Европу. Один из мифов был о том, что здесь просто идеальная чистота, что тут тротуары каждый день чуть ли не с шампунями моют. На самом деле все оказалось совсем не так. Первое мое впечатление, что здесь огромное количество, ну извините за выражение, засанных и заплеванных мест. Вот, например, старейшее казино в Германии. Здесь побывали многие знаменитые личности. Гёте, Вагнер, Офенбах, Тютчев, Достоевский, Гоголь. В честь их посещения в тротуаре даже вмонтированы бронзовые таблички. И тем не менее, прямо здесь же какие-то подозрительные подтеки, размазанные пятна, окурки. И вот за весь сезон никто там ни разу все это дело не убрал, даже хотя бы просто не подмел. Не говоря уже о том, чтобы мыть с шампунем. Очень часто можно увидеть в парке на лавочке какие-то остатки еды, пластиковые стаканчики, коробочки, какие-то упаковки. И в фонтанчиках то же самое. Часто можно наблюдать вот эту же картину. Брошенный плавающий мусор. Или вот другой пример. Город Франкфурт на Майне. Фактически финансовая столица Европы. Очень много там красивого. Великолепные небоскребы. Но, когда выходите из железнодорожного вокзала, буквально рядом есть улочка. И вот там на тротуарах просто лежат тела. Тела, которые курят что-то, которые втыкают себе шприцы в ноги и вкалывают что-то, причем ни капельки этого не стесняясь. Ну, как мне объяснили, их не считают здесь преступниками, таких людей, их считают просто больными. И вот над всем этим просто смрад мочи и давно не мытых тел. Я попытался там поснимать, но я ловил на себе такие неприязненные взгляды, что, конечно, побыстрее оттуда ретировался. Кстати сказать, судя по вывескам, там же находятся публичные дома. Ну, правда, такого, судя по всему, низкого пошиба. Так что, если будет интересно, Франкфурт на Майне, железнодорожный вокзал, буквально рядом с ним есть такая улочка. Ну ладно, у нас вроде про растения сегодня, поэтому не будем о грустном. Пойдемте лучше на кладбище. Ну, а эта тема, которая всех нас рано или поздно затронет, это кладбище немецкое. Часто можно видеть такие видео, что посадить на кладбище. Я сам даже когда-то снимал такое видео. Ну, видите, у немцев все довольно лаконично. Хвойные, компактные, лаванда, кизильник встречается, самшит. Ну и деревья, которые меня очень заинтересовали. Их тут несколько. Ну, что-то типа, да не что-то типа, а скорее всего это секвоя. Красная кора. Хвоя очень характерная. Это очень подходящие деревья. Они высокие, до 15 метров, но при этом они компактные. Компактную крону имеют. И в принципе особых проблем не создают. Под ними, видите, веток нет. Можно спокойно перемещаться. Набрал семян. Думаю о будущем посевном сезоне. Это мемориальный комплекс Второй мировой войны. Очень напоминает эта часть кладбище под Севастополем, где останки немецких воинов похоронены. Тоже времен Второй мировой. Вот этот белый надгробный камень, ну, здесь, судя по всему, французы похоронены. Старая часть кладбища еще до 19 века где-то, да, 1800 какие-то года. Ну, а вот это отгороженная стеной еврейская часть кладбища. Причем вот эти на переднем плане надгробия, это старые... Еще начало 20 века, 1915-1925 год, я смотрю, надписи на иврите. На заднем плане там, ну, видимо, их молильное помещение, где прощаются с покойником. Ну и, конечно, не обойтись без аллеи стриженных платанов. Вот что мне нравится здесь, это то, что между могилами широкие проходы, не тесно все это сделано, и довольно большое количество зеленых открытых лужаек. Все это создает ощущение простора, комфорта, все просматривается. Все довольно аккуратно, в отличие от наших кладбищ, где нагромождение просто какое-то, которое вызывает совершенно мрачные мысли. Здесь как-то вот такое ощущение не появляется. Немного попал под дождь, промок, ну ничего страшного. Если уж вышел снимать, назад дороги нет. Вот посмотрите, у меня за спиной какая интересная посадка. Это однорядная посадка из очень интересных деревьев. Листьями очень похоже на клен, а вот этими плодами, колючими шариками, очень похоже
Ну, либо на каштан, либо на платан. Но это и не то, и не другое, и не третье. Это так называемый liquid dumber. На самом деле дерево, на мой взгляд, у нас в Украине очень недооцененное с точки зрения озеленения городов. Почему? Ну, во-первых, дерево совершенно неприхотливо. Вот я весь сезон за ним здесь наблюдаю, ничем не болеет, никакие вредители его не поражают. Дерево очень морозостойкое. По крайней мере, на территории всей Украины его можно спокойно выращивать. Ну и дерево, конечно, очень декоративное. Ярко-зеленое, насыщенного цвета, блестящие листья все лето, которые вот сейчас, уже в сентябре, начинают приобретать красный оттенок. Причем этот красный будет постепенно. Сейчас они розовенькие, потом они будут краснеть и постепенно переходить в какой-то уже такой бордовый цвет с разными вариациями, с разными оттенками. И вот этот вот красный цвет будет сохраняться на протяжении фактически всей осени. Очень долго держится вот эта разноцветная, очень красивая, на мой взгляд, листва. То есть фактически он декоративен на протяжении долгого-долгого времени. Поэтому я считаю, что вот у нас в Украине его вполне можно было бы выращивать. При том, что размножается он очень легко. Как я сказал, у него колючие шарики, чем-то напоминающие каштан. Но внутри каштана у нас как бы один, да, не знаю, как правильно назвать, орешек. А у платана внутри множество семян, так же точно, как и здесь. Здесь внутри множество мелких-мелких семян. Их просто сеют сплошным таким в контейнер, сплошным посевом. А затем просто выдергивают слабые, когда они всходят, уже оставляют только сильные, но потом, естественно, пересаживают. В принципе, никаких проблем при размножении нет. За год у вас может вырасти саженец там 20-25 сантиметров. Ну а в следующем году, в принципе, вы можете уже высадить его на своем участке в открытый грунт. Ну и вот как раз сейчас, в сентябре, вот эти колючие шарики уже некоторые начинают созревать. Они становятся коричневого цвета и начинают даже опадать. Вот сейчас я и пойду, собственно говоря, начинать собирать посадочный материал. Надеюсь, буду выращивать и у себя. Видите, вдалеке там уже листья краснеют на некоторых экземплярах. Вот ближние ко мне, они еще зеленые. Очень декоративное и неприхотливое растение. Я вот тут гуляю по парку. Между прочим, парк здесь очень интересный. На каждом дереве висит табличка с названием, с кратким описанием. Все очень информативно. Но в данный момент меня интересует не парк. Меня интересует вот это здание. Оно, в общем-то, историческое. И об этом вот эта мемориальная доска свидетельствует. Давайте подойдем и внимательно прочитаем. Помните, я рассказывал недавно, что здесь Россия оставила свой мерзкий след. Вот это место. 30 мая 1876 года в этом здании останавливался российский император Александр II. И именно здесь он подписал указ о запрете использования украинского языка. Но украинцы ответили, и ответили очень остроумно, я бы сказал, потроллили. В 1976 году именно здесь, в этом здании, был проведен Всемирный конгресс свободных украинцев. Ну, свободных, потому что в 1976 году была еще советская власть в Украине, поэтому приехали только свободные украинцы. Но в 2009 году повторили этот Всемирный конгресс. Как говорится, можем повторить. Вот такое вот интересное место. Ну а раз уж мы в парке, давайте немножко и про растения. Просили в комментариях про живые изгороди в Германии. Ну давайте немножко об этом. Вот смотрите, я сижу, лавочка со всех сторон, ну с трех сторон, понятно, окружена живой изгородью. Это лавровишня, вечно зеленая живая изгородь. И вроде бы все сделано по правилам. Помните, когда-то я снимал видео «Правила красивого сада», где говорил, что если вы ставите в саду лавочку, желательно сзади высадить живую изгородь. Для чего? Для того, чтобы чувствовать свою спину защищенной. Это создает ощущение комфорта. И вот здесь вроде бы сделано все правильно по этим самым правилам. Но вот здесь передо мной через несколько метров стоят лавочки на открытом месте, и там постоянно сидят люди. А вот эти лавочки почему-то игнорируют. Честно говоря, мне и самому некомфортно здесь на ней сидеть. И вот я думал, почему же так происходит. Ну, единственное объяснение. Во-первых, здесь эта живая изгородь высажена не только за спиной, но еще и по бокам. Такой кабинет своеобразный сделан. И при этом сделано строго по размеру лавки. Очень тесно. Фактически создается такое ощущение замкнутого пространства. Некомфортно. Лично мне здесь очень. Да, я думаю, и другим людям тоже. Поэтому они предпочитают сидеть на открытом месте. Вот я думаю, этот момент стоит вам учесть. Не делайте вот такие тесные кабинеты непосредственно вокруг лавки. Ну, хотя вкусы могут быть, конечно, разные. Вот интересный момент. Энергетический кризис. В Германии пишут о том, что температура в помещениях должна быть определенная, что подсветку на улицах выключат. Ну вот я иду в воскресенье по улице. Яркий солнечный день.
а в витрине горят лампочки. При всем при том, что воскресенье – это святой день для немцев, работают только кафе, а все магазины, все абсолютно, и супермаркеты, все закрыты. А свет горит, никому не нужен. Белый день. Просили меня в комментариях рассказать про Креутергартен. Извините за мое произношение. Это в переводе означает «сад трав». Вот якобы такие сады трав есть в каждом городе. Но честно скажу, пока я их не нашел. Для того, чтобы снять что-то и рассказать о них. Но, насколько я знаю, это общественное место, в котором выращиваются всякие пряные травы для кухни. Петрушка, укроп, розмарин, базилик. И любой желающий, в принципе, может прийти, нарвать себе пучок того, пучок того, пучок того, оставить небольшую денежку, ну, такой благотворительный взнос сделать. И вот такие сады якобы есть. Но я повторюсь, я их ни разу пока не встретил, поэтому ничего не могу точно сказать. Меня поражает другое, что немцы часто выращивают у себя на приусадебных участках, не в общественных местах, а на приусадебных участках фруктовые деревья, абсолютно не хотят собирать с них урожай. Я часто вижу яблони, под которыми лежит весь урожай яблок, персики также видел, айва сейчас висит, которая просто падает и гниет на земле. Видимо, немцы предпочитают покупать все, ну, продукты, я имею в виду овощи, фрукты в супермаркетах или у фермеров. И вот, кстати сказать, сеть вот этих вот фермерских хозяйств небольших, компактных, маленьких, она здесь очень развита. Можно поехать непосредственно к фермеру что-то купить, причем цена там будет гораздо ниже, чем в супермаркете. Либо же по периодически, по определенным дням, в определенное время они приезжают на городскую площадь и устраивают здесь какие-то рынки. Ну, там цена, правда, наоборот, выше уже, чем в супермаркете. Но, тем не менее, люди им доверяют, потому что, видимо, считают, что это биопродукция, продукция, выращенная без применения всевозможных химикатов. Вот такой вот интересный момент. Что бы я хотел в конце сказать? Ни в коем случае не подумайте, что я выискиваю какие-то плохие моменты, очерняю Германию или, наоборот, восторгаюсь Германией. Я просто пытаюсь фиксировать. Причем фиксировать, наверное, в первую очередь для самого себя. Какие-то моменты, которые меня удивили, которые мне понравились, которые меня поразили или, наоборот, которые не понравились. Для того, чтобы любить Германию, для того, чтобы понять Германию, наверное, нужно здесь прожить несколько лет. Ну, у меня пока не получается. Ну что ж, все. До скорых встреч!